Для работников жилищно-коммунального хозяйства наступила жаркая пора. Несмотря на то, что на календаре лето, они полным ходом готовятся к предстоящему осенне-зимнему сезону. В филиале компании «Россети Кубань» Славянские электрические сети план по ремонту энергокомплекса уже выполнен на 50%. Что делается для того, чтобы потребителям электроэнергия поступала качественно и без сбоев в любую погоду, смотрите в следующем материале выпуска. Сегодня представить современную жизнь без электричества просто невозможно. Для того, чтобы электроэнергия бесперебойно поступала потребителям, независимо от погодных условий, в филиале компании «Россети Кубань» Славянские электрические сети планомерно проводится работа по ремонту энергообъектов. Каждый месяц мы производим работы по ремонту КТП, вот таких и линий. Ну, сегодня мы работаем на КТП, значит, по капремонту мы меняем разъединитель и в дальнейшем еще где-то день-два будем на этой подстанции производить ремонт. Летом производим работы для чего? Чтобы зимой было надежное электроснабжение наших потребителей. В Красноармейском районе в этом году планируется отремонтировать более 100 трансформаторных подстанций, 118 линий электропередач, произвести замену порядка 100 километров проводов и 86 дефектных опор. На данный момент ремонтная программа выполнена более чем на 50%. Данные мероприятия нацелены не только на улучшение качества электроснабжения потребителей, но и позволяют снизить количество технологических нарушений в зоне ответственности Красноармейского района электрических сетей. Филиал компании «Россети Кубань» Славянские электрические сети обслуживает электросетевой комплекс трех районов – Славянского, Темрюкского и Красноармейского. Ремонтные работы будут осуществляться на протяжении всего летнего периода на территории всех муниципалитетов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».